Всем привет, друзья! Вы на канале Дарина and Анжела ТВ, и у нас сегодня снова очень интересное видео с нашими любимыми кошечками. Сегодняшнее видео называется так, как вы уже, я думаю, догадались по обложке. Лето vs осень. Сегодня Аринка у нас будет представлять лето, а вот Даринка осень. Так как лето уже заканчивается, а вот осень уже скоро начнется. Так, ну давайте начинать. Вот наши кошечки, Даринка делает перестановку у себя в спальне, а вот Аринка в ванной. Ну а пока они это делают, не забудьте подписаться и поставить лайк, потому что нашим кошечкам очень приятно, когда вы это делаете, потому что вы наши самые-самые любимые-любимые зрители. Так, вот, у Даринки новый уровень. Даринка сегодня у нас осенняя, я вам напомню. А вот Даринка пошла в туалет. Ну и Даринка сейчас сделает себе другую ванную. Вот такие вот желтые стены. Унитаз вот такой, вот такой с сердечками. Ой, со звездочками ванну. Тут нет вообще осенних цветов. А вот Аринка чистит зубки желтой щеточкой под цвет осенних листиков. Ну вот, Даринка решила взять такую вот ванну. Тут все-таки хотя бы чуть-чуть есть желтого, цвет желтых листиков. А вот у Аринки такая вот ванночка с пальмовыми листиками. Так, она взяла такое желтое мыло. А вот Даринка что? О, Аринка еще взяла радужное мыло. Ну, типа, летом же есть радуга. Так, Даринка пошла в туалет. Что она еще будет делать? Ну и также пошла купаться. Так, что она, какую мылку возьмет? А вот Аринка уже кушает какие-то вот вкусняшки летние. Такой коктейль она взяла. А Даринка купается мылками разными. Вот смузи она еще выпила летний. Ого, как ее закрутила. У нее после этого голова случайно не закружится? Думаю, что нет. Если вы тоже так думаете, не забудьте подписаться и поставить лайк. Сейчас мы почистим зубки нашей кошечки Даринки, ну и Аринки тоже за компанию. Только вот Аринка уже чистит второй раз, а вот Даринка первый, да? Так, Аринка переоделась, сейчас мы ее причесываем, а вот Даринка только пошла кушать. Что-то она сегодня у нас отстает. А вот Аринка вообще так быстро сегодня. Так, Даринка берет такие стены, тумбочку такую вот желтенькую. Желтенькую. О, Аринка уже пошла переодеваться так быстро. Она взяла такую вот летнюю шубку. Так, вот у Даринки что у нее? Такой стол. Так, какой она стол выберет? Наверное, вот такой вот желтенький. Холодильник взяла серый. Так, она вот тут убирается. Вот Даринка пошла кушать осенние вкусняшечки. Вот Аринка решила вот повыбирать из кофточек, но из кофточек тут, в принципе, ничего такого нет суперлетнего, поэтому, наверное, возьмем что-то из платьишек. А вот Даринка скупляется, все такое осеннее, тепленькое, горяченькое. Рис, борщ, пирожок сейчас она возьмет. О, это правда. Супчик, круассанчик, что она еще возьмет? Все, скушала пирожок, яблочко, пирожок, супчик. Супчик. О, Аринка уже делала такой красивый костюм, я не заметила, и такие босоножечки. Супер-пупер классные. Так, ну такую, думаю, нет, такую кепочку мы не будем делать, потому что не видно волос, нам все-таки нужны волосы. Такую вот можно было бы, давайте, да, такую вот. Ах, корону не взяла. Ну вот, все, взяла на эту корону солнечную. Сейчас еще очки такие вот солнечные посмотрим. Вот Даринка расчесалась в такой красивой пижамке. Она все-таки летняя. Нам летняя пижамка не годится. Нам годится только супер-пупер осенняя для Даринки. Вот для Аринки все супер-пупер летняя. Так, что у нас выберет наша кошечка Аринка? Ну, летом все-таки больше удобно с короткими волосами. С длинными как бы жарко, не сильно удобно, да? Она вот взяла вот такую вот прическу. Вот как сейчас у Даринки. Даринка взяла рыжую шубку. Так, Аринка пошла краситься. Кстати, у нее зеленые глазки, я забыла вам это озвучить. Даринка взяла красные глазки. Ну, и вот, вот можно школьную форму, кстати, взять. Но летом же... Ой, осенью все-таки школа. Но тут нет подходящих для нас цветов. Если бы тут был какой-то красненький, или желтенький, или, может, оранжевый. Так, Аринка берет такие вот золотые тени. Красивые. Ну и еще вот платье. Нет, что-то это платье не сильно. Сейчас мы посмотрим что-то из кофточек. Можно... Так, Аринка, ты такая красивая сегодня. Так, накрашена, интересно. Вот эту вот можно рубашечку взять.
ну, она типа школьная, вот такую вот красную с синим, а вот у Аринки такая вот подводочка. Все-таки летом же каникулы, поэтому подводочка такая, ну, как бы. Вот в школу, например, нельзя. Так, Аринка берет такую помаду, Даринка выбирает себе юбку, вот такую вот юбку, вот такого красно-синего цвета тоже. Ну, тут бы было нам лучше, если бы тут был какой-то желтый, а не красный. Ой, они синие, наверное. Так, а вот Аринка принимает участие в летнем конкурсе талантов, и она у нас будет прыгать на батуте. А вот Даринка берет себе еще красные наушнички. Так, а Аринка так вот классно прыгает на батутах, правда, у нее уже наряд чуть-чуть сменился. Не такой стал, как был. А вот Даринка взяла такие два школьные хвостика. Такие наушники она еще взяла. Там мальчики так сильно кричат. Ну ничего. Я думаю, вы меня слышите. Так, Даринка берет такие вот, такую вот тушь для ресничек. Ну и вот такие тени. А не за рекламу, мы не будем сейчас смотреть рекламу все равно. Так, а Даринка получает вот такой вот бонус радужный. Ну, в принципе, супер-пупер летний. Так, Даринка берет темные тени, красивые, темно-красные. Вот. О, а я знаю, почему на этом костюме у нас синий. Знаете почему? Осенью все-таки уже начинаются дожди, поэтому синий типа в цвет дождя. Ну, это, конечно, бы подошел бы лучше светло-голубой. Так, Даринка берет супер-пупер красную помаду под цвет ее глазок. А вот Даринка себе получила вот такую вот какую-то, не знаю, что это такое, короче. Тумбочку, ящички, да? Так, ну у Даринки тут до сих пор царит лето, но потому что у нас сейчас летнее обновление. Зимнее наступит еще не скоро. Даринка сейчас будет заниматься уроком музыки на пианино, на синтезаторе. И, кстати, хотите такую вот такое видео? Типа как послушайте клип Shine Together, там вот у Анжелки очень много разных интересных образов. И она там в одном образе играет на пианино. Вот мы тоже можем сделать эти образы, если хотите. Так, Аринка себе решила все-таки сделать супер летний гардероб, взяла такие зеленые стены, там не видно вверху этих листиков, потому что чуть-чуть обрезала видео, потому что сегодня две кошечки, когда четыре, там так не обрезает. Кстати, если хотите видео с четырьмя кошечками, то тоже не забывайте подписываться и ставить лайк. Так, а Даринка вот уже доигрывает нам на своем синтезаторе, и скоро мы ей будем хлопать. Вот Даринка пошла кушать летний фруктовый ледик. Кормие. Котика клубничный. А Даринка доиграла. Вы обязательно похлопайте, потому что я забыла. Я сейчас держу в одной руке телефон, поэтому я сейчас не смогу. Так, замораживаем фруктовый лед для Аринки. А Даринка что тут делает? Возьмем еще такую вот желтую помазку. Так, что у нас будет делать Даринка? Давайте быстрее. О, она будет танцевать. Теперь у нее будет урок танца. Вот на такой вот супер-пупер красной сцене. Она, кстати, самая дорогая. Вот Аринка сейчас кушает мороженка свое вкусное. Ого, как красиво Даринка танцует. Вы ей тоже обязательно похлопайте. Потому что кошечки очень любят, когда вы им хлопаете. Тут, кстати, скоро будет этот вертолет делать. О, а Аринка поехала в летнее путешествие. Все-таки летом много куда ездит. Так, она поехала на набережную. Набережную в какой-то город. Даринка, я хочу посмотреть на твой вертолетик, если я его еще, конечно, не пропустила. О, вот, 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 вот. Вот, вот это вот я называю вертолет. Так, вот это вот у нее тут... как ты красиво танцуешь. Тут, короче, когда она делает определенные движения, у нее эти там огонь сзади. А вот мы вылечили Аринку. А Даринка супер-пупер красиво танцует. У нее, кстати, это рыжая шубка. О, Аринка дотанцевала. Ой, Даринка дотанцевала. Вот Аринка уже одевает пижамку. И мы скоро будем с вами прощаться, наши дорогие, любимые зрители. О, я не заметила, что Аринка была в очках. Сейчас мы сотрем ее макияж. Так, ну а пока я еще с вами не прощаюсь, не забудьте подписаться и поставить лайк, потому что наши кошечки это очень-очень-очень-очень-при-очень любят. У Даринки такая оранжевая пижамка, а вот у Аринки желтенькая. Ну а на этом все, наши дорогие зрители. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Мы вас кошечками очень сильно-сильно-пресильно любим. Пока-пока. До новых встреч.